И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, я вернулся домой. Ой, блин, сейчас скинем. Будет у нас место, все такое прочее. Тут еще лечится, пускай лечится. Не тратить вот лекарства на него, в смысле тут вакцину не тратить. Так, подожди, надо разгрузиться. У меня есть калаш, у меня есть то. Это патроны. У меня такого оружия нет. Так. Канистра. Еще вакцина. Это на тебя, да? Это 5,56. Это 7,62. И ты 7,62 используешь. 30, а здесь 21 патрон. Пока скинь. Или нет? Подожди. Да, блин. Да, 21, что так мало патронов-то. Иди в баню туда. Так, троечку нажми, чтобы одиночными стрелять. Во, это дело. Так. Ну пусть будет. Пошли заберем эту штуку, то что там лежало, образец. Так, скинем обратно же, чтобы место освободить немножко. Сейчас посмотрим. Два процента. А, то ты считай выздоровел уже. Отдыхай, отдыхай. Я бы, конечно, с собой бы его взял бы, но они мне только мешают, боты. Это факт. Вернемся за медицином. Так. Тот уже выздоровел полностью. Ты ж не будешь поворачиваться, дружочек? Вот так стой, мечтай. О, образец выпал. Так, сильно бегать не надо, потому что вон зомби там где-то, да, зеленая точка, ага, гуляет. О, что-то там нашел. Молодец. Серьезно? Такой большой. Все это 4 патрона, блин. Waste of time. Ничего. Да блин. Так нечестно. Здесь какая-то фигня оставалась. Медицина чистая, все. Все тут все. Полностью защищено. Присядь. А то что тут вас уже много развелось, красноглазых. Давай, 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 давай. Так, мадам мечтает, стоит. Пускай мечтает. Он зомбай появился прямо передо мной, вон он. Зума нету? Зума нет. Ох, как ты громко стреляешь. Хрен попадешь в него. Так, тут ничего нет. Да, но тут можно спрятаться. Если что. Так, куда, 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 куда? Вниз давай лезь. Детали 9, откуда вы? Ладно, неважно.
Топливо. Канистра. О, патрончики. Шапка. Армейские кепки. Так, что взять? Топливо или патроны? Я думаю, сначала патроны возьмем. И это на что? А. Так, ну и все. I wish I had room for it. Патроны некуда брать. Попал, не? Да что ж такое-то? Сильно большое расстояние, что ли? Обронил образец. Так, патроны вообще лучше не тратить, конечно. Интересно, эта машина целая или нет. В плане, в смысле, можно отремонтировать или нет. Сейчас посмотрим. Что-то не взял. Ла. Вроде живая. В плане, в смысле, можно ее восстановить. Да-да-да, она на карте отмечается. Ну да, у вас там кишочки, по-моему, висят. Сбоку. Так, тут пусто. Да. Но я могу ее... Не заводится. От слова совсем. Так, ладно, надо ремнабор. Заправить тебе можно? Да, ее пока не отремонтируешь. Че ты там не заправишь? Конечно, можно было скинуть у нее все. Ну да ладно. Зомбари спавнится без конца и края. А он еще. Так, вот здесь что-то я не забрал, да? Ага. Не забрал. Зомбечка. Что-то там химичит. Можно занять место. Да, спасибо, конечно. Но пока нет. О, да ладно, они фонарики справили. Тут я понимаю, фонарик. А то, блин, вообще ни хрена эти прошлые. А это ж вышло большое обновление. Просто ничего там не светило. Что он есть, что его нету. Сейчас смотри, как он освещает. Ни хрена себе. Вот это фонарик, так фонарик. Так, ну-ка скинем. Отлично. 11. Так, что нам надо еще построить-то, фиг его знает. Много чего надо. Так, во, это что у нас? Установка перегонный куб. Топливо. Разбитие вроде требуется. Под открытым небом маленькая ячейка. 5 стройматериалов, блин. Сордить генератор. Нужно топливо, пока у вас... Есть электричество, освещает боевой дух. Будет на высоте. Сборочка дождевой воды. Кстати, одна штука только всего. Блин, даже не знаю, что лучше. Спортивный зал. Плюс 20 здоровья. С того ускоряет рост сил, блин. А это что у нас? Стрельбище. Стрельбище у нас, по-моему, есть. Или нет? Там какой-то стол он был. Зомбари никто не убрал. Так, скинь сначала все. Так, да, вот есть набор. Отлично, машину сейчас заберем. Так, это мне. Какие-то записки, вот, надо почитать их. Так. Каждый раз, когда я хвалю нашу базу, Томас Эхидна напоминает, что я была против того, чтобы здесь обосноваться. Достал уже.
Так, а здесь что? Маленько грандиозный план на наш огород. А где ваш огород? Я не вижу никакого огорода. Как делишки? Не думал, что снова испытает чувство. Хорошо, все, пока. Так, ладно. Фигня. Good to see you, kid. Вот же какой-то стол. Это не стрельбище, не? Нет, это охранная вышка. Ну вот она. Пускай стоит. У меня пушка с этим глушителем. А вот у меня нет. Надо мастерскую сделать. Вот это да. Да, но фонарик реально сейчас хорошо стал светить. Просто. Ух ты, и луна уже получше выглядит. Вроде как. Так, возвращаемся туда. Починим ту машину большую. Туда хоть... О, подожди, я тут же в этой... Ладно, сначала. Что 10 раз не буду возвращаться. Так. Топливо, патрончики. Там еще дома есть. Тут еще есть где полутаться. Зомбачок. Получен материал один, отлично. Повечен, что можно использовать. Блин. Себя прочитать. Как писали раньше, зомби на фонарик не реагирует вообще никак. Так что глушить фонарик нет смысла. Так, давай, чиним. Блин, у меня топлива нету. А топливо ты не взял? Черт побери. Ладно. Что-то можно скинуть в машину. Надо сходить где-то топливо поискать. Например, нет, в этой машине не полутаешь. На, теперь фонарик совсем по-другому. Игра прям другими красками заиграла. Так, ты меня не видишь, я тебе... А я вот тебя вижу. Стой, 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 далеко не уходи. Так, 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 так. По-моему, я спалился. Образец. И образец. Ох, как громко он стреляет. Офигеть можно этот автомат. Так, вот канистра с топливом. Лутается? Ага, сейчас. Размечтался. Хотел сказать, тут свет есть? Нет, тут просто фонарь так ярко светит, как будто бы свет внутри есть. Дверь вообще не мешала бы закрыть. Так-то. А, что-то есть. Болтики, нужное дело. Так, еще что-то. Еда, отлично. Это предмет роскоши, по-моему. Нет, коробка химикатов. Птичка недоступна, это не то. Safe and sound, no more zombies. Это маленькая коробочка. Done searching this place. Патрончики. Все? Понятно. Не густо тут, можно так сказать. Топливом тут даже не пахнет. Холодильник. Может, здесь где-то... О, канистрочка стоит. Блин. Так, вот это возьми себе оружие. Ты его не взял. Где кувалда делась-то? На пол кинул. Молодец.
Вот так-то лучше, чем та дубинка фуфлыжная. Так, зомби, 4 штуки рядом. Шуметь нельзя. Еще патрончики на автомат. Она не ходит. Что это за скворечник? На туалет похоже. О, ну хорошее дело, только вот положить некуда. Топлива так я не нашел, блин. Надо вернуться к машине и разгрузиться. Опа, зомбарик. Рано еще приседать. Мечтатель. Ну вот, отлично. Образец не выпал, ладно. Не, ну фонарик сейчас вообще реально круто светит. Надо. Так, зомбари где-то рядышком, прям совсем. Может, я как-то проскочу у него за спиной. Образца не выпало. Еще двое есть. Мне бы глушитель сделать. Но там мастерскую надо сделать. Так, сумочка, давай. Потихонечку будем искать. Идут с этой стороны. Ко мне идет. Бинт. Болтик. Блин, еще больше их появляется. Как тяжело дышит там-то зомбячка. Астма, наверное. Здесь ничего, блин, а я обойдешь так толком. Где она? А, вон она. Вот зараза. Повернулась. Хорошо. Сейчас зомби где-то есть. Блин, сюда идет прям. Ты сюда не ходи. Я еще тут не все облутал. Только не повернись, только не повернись. О, разведка качнулась. Так, отлично, можно. Можно уже побыстрее походить. Так, тут нечего лутать. Нечего лутать. Да как так-то? А здесь? Вот ящик. А, тоже нифига нету. Вот, блин. Контейнер. Там тоже ничего нет. А, во. Блин, ну ты посмотри, а. Надо к машине идти. Разгрузить. А или там, нет, там есть еще место, есть, есть. Так, по-моему, я спалился. Да что ж такое, ты так долго замахиваешься, бляха. Ну, там чуть-чуть не страшно пока. Пока, ага. Не бухти. Оп. Ты откуда взялся?
Чего ж вроде не было. Кувалда слишком для нее тяжелая. О, образец. В машинку. Надо только топливо, и будет машина, но топливо пока не нашел. Вернемся. Там что-то еще можно подлутать. Может, в домик этот зайти можно, вот эту будочку вот эту. Потому что тут все еще белым светится, значит, где-то что-то еще есть. Вон лестница, может быть, на второй этаж, да, там, наверное, что-то есть. В другом контейнере сверху. Ага, сюда не попадешь. Вот лесенка. Но там в контейнере, наверное, что-то есть. Один ремнабор. Хорошее дело, конечно. Так, ну странно, еще горит. Ага. Ящичек ты-то не долутал. О, все. Теперь все черное горит. Блин, хоть бы и на базу идти-то. Бери и топливо-то неси туда, машину. Ну так придется и сделать. Так, а я что, здесь что-то не долутал, получается? А, нет, чего там горит? Фонарик хороший. Там что-то внизу есть. У меня есть место? Да. Блин, как вас тут много. Стрелять нельзя, потому что слишком громко. Глушителя нету. Не могу сделать его пока что. Кто, крикун, что ли? Да, вроде нет. I really don't want that screamer getting close. Ага, все-таки крикун. Ну ничего, он просто стоит, мы сейчас его сзади обойдем. Просто обойдем его сзади и грохнем. Найс. Опа. Сюда не иди. Так, тебя игнорирую. Вообще-то надо бы грохнуть его. Слишком он близко. Так, 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 не поворачивайся. Кровавый тюлень. Так, вот там еще ходит, ну ладно. Пробежимся чуть-чуть. О, есть что полутать. Вон мадам, мечтательница. Любуется природой. Где-то еще есть. Ой, далеко. А, нет, нифига недалеко, вот она. Блин, повернулась. Нормально. Блин, они все здесь трутся. И все ко мне идут. Ну, плюс-минус ко мне. Стой! А, вон тут он, где он там? Где он там шастает, вон он лазит. Место под контролем, говоришь? Сейчас твоего зомби надо убрать. Почиститесь. Well, beggars can't be choosers. Хрень. Полная причем. Так, вот он. Тоже мечтает, стоит. Ну вот, немного расчистили. О, образец.
Ну-ка, дайте мне что-нибудь. Хорошее, желательно. Hey, I found something. Так, вещи. Клетчатая куртка. No room for that. О, так, ну-ка, давай-ка F использовать. Вот это другое дело. No room for that. Да, понятно. Оп. Еще разведка. Это тоже лагерь что-то есть. Неудачно прям в мою сторону пошел. Давай, 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 давай. Заодно посмотрим просто, что тут есть. Так, патрончики. Это дробовик. Нет, 44-й. Папочка говорит, что в этом году ты можешь к нам не успеть. Но себя хорошо вела. Ты подаришь мне такую? Ты, пожалуйста, что там хочет? Раскрученные кудри. Короче. Так, надо взять бензинчик с собой. This has gotta be the largest base I've ever seen. Да, база большая, ничего не скажешь. Не поспоришь. Так, давай скидывай все. Так, а мне дайте, пожалуйста, канистру с топливом. Вот и хорошо. Домой, по крайней мере, доехать хватит. Так, зомбардит-то там. Так, в том лагере что-то было, да. Надо вернуться. Лучше. Так сильно не бегай, потому что быстро устанет персонаж. Ох, как вас тут много. Блин. Тоже пойдет. И так пойдет. Так, это на крикуна похож. Надо убрать его срочно. Рядом с машиной стоит. Ну, относительно рядом, конечно. Yeah. Try calling your friends now. Угу. Теперь я попробую позвать своих друзей. Так. Блин, зомбари шастают прям много. Четверо. Так, надо вот того убрать, который подальше ходит. Давай, 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 давай. Ну, хоть полбака залью. Только не поворачивайся. Давай, 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 давай. Оп. Еще шастает. О, давай, 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 иди. Когда они идут вперед, они не поворачиваются. Так, пока тут есть землю,
Берем эту, потом его уберем. Ну как, вкусная земля? Блин, он перестал есть. Блин, он еще. Ты взялся, только что вроде там никого не было. Очистил. Так, где там заправлять-то? А, во. Вот бак. Зальем топливо. О. Теперь можно и проехаться. Тут под завязку все. Давай-давай, там тяжелые. Так, вот еще как-то там говорили, что прям можно в базу как-то все перекидывать. Из машины. Что-то я не понял. А ну. Так, смена оружия. Блин. Положить. Положить туда. Базу, что ли? Точняк. Ты мог подумать. А что так? Можно было? Оказывается, можно было. Да, не помешало бы и люди, конечно, только где их взять-то? Вроде не встает, значит, уже не встанет. Учись стрелять! У тебя оптика есть. Так, мне надо тебя забрать. Надо ее послать, чтобы она лечилась. Вот. Давай, иди лечись. Не-не-не. Так, говоришь, надо лекарство сделать. Ну давай сделаем, у нас как раз все для этого есть. Ты идешь там? Идет. Надо скинуть сейчас. I like to keep extra underwear handy. I scare easily. Так, отлично. Будь наготове, а я пошел дальше лутаться. Ночка только началась. Оптимизм хороший. Так, может, что-то сможем построить? Нет, тут ничего не построим. Набор для улучшения для тяжелой техники нет. У меня никаких наборов. Так, пошли посмотрим. Давай теплицу надо сделать, наверное. Вот здесь вот. В смысле, еду выращивать. Так, о, туалет. Подъем по его духа. Коробки химикатов. Одна штука. Okay, I'm all better. Так, генератор, говоришь. Блин. Но уже не знаю, что лучше взять. Генератор вещь хорошая, конечно. Что делаю тогда? Выращивать будем еду. Или не будем. Сордить ядра.
Полную систему. Вода нужна и электричество. Понятно. Воды пока нет. О, пошел строить. Давай, 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 строй, строй. А, ты уже все выздоровела? Точно выздоровела? Hey, Quincy. Ну, вроде да. А мы переключимся на персонажа. Сейчас проверим. All right, Elena. It's time we get to work. Let's go find this Ray Santos. I'm ready when you are, partner. Ладно, я думаю, что... Hello. I'm trying to reach Ray Santos, or anyone who knows where I can find him. Ray, you're out there. I'm here on behalf of a mutual friend. She just wants to know that you're okay. No answer. That's not a good sign. Hey, Quincy, I might be able to help you find Ray. Come talk to me. Хорошо, сейчас поговорим с тобой. Oh yeah, I know Ray. He's a good guy. Я знаю Рэя, он хороший парень. Так. Мы здесь по просьбе ее подруги Лили. Мне нужно найти его. Его. Так, ты сказал, что можешь помочь? Это по твоему помощь тогда, не-не-не. Okay, look, chill out. I know some of his people used to hang out at the local church over in Spencer's Mill. I'm not sure if they're still there, but it's a good place to start. Listen, that's a long walk, so you should gear up and grab a set of wheels. Appreciate it. А карта-то не маленькая, аж вон туда ехать. Так, пошли сначала. Мы же там не позабирали все, что есть. Так, надо было еще канистру взять, дай-ка. Надо заправить машину полностью. У меня патронов, кстати, нет. Ой, надо же нормально оружие взять. Эта винтовка хорошая, конечно, но патронов на нее у меня нету. Какой у тебя там калибр-то? 7.62. Нету таких, ну, в смысле, я находил, но они у того персонажа в кармане лежат. О, 22 калибр, говоришь. А ну-ка. Ну-ка, надо снять глушитель. Как его там? Снять модификацию его. Так, винтовку свою скинь. Возьми-ка вот эту. И патрончики. Во. Что с тобой? По пальцу ударило? Может. Это может. Так, давай-ка использовать. Теперь насадку. Установить мод. Ну, а нельзя, блин, на эту установить, ё-моё. Зараза. Это плохо. На это можно поставить. Вот на автомат можно поставить. Это тоже 7.62. Да что ж такое-то? Да не бей себя пальцем. От бляха. Тут 21 патрон всего. Давай тогда на... Не-не-не. Дай-ка автомат. Установить модификацию. Да, говорю тебе, не бей по пальцам. Ну, хоть что-то там. Моя группа работала тяжело, чтобы построить это место. Это было стоит. Она того стоила, говорит. Ну, может и стоила. Wouldn't dream of it. Come on, kid. Ты там что, без меня собрался ехать? Во-во-во-во-во-во-во.
Ну вот, немножко расчистил. Образец. Would you mind slowing down a bit? I've heard Lily talk about Ray Santos on her broadcast. He's like a legend around here. I've met a lot of people in my day. Can't say I've ever met an actual legend. А, бежит. О, наши патроны. Так, что там еще? По-моему, там что было? Если я... Не-не, там же ничего нету. Вроде как я все забрал. Она за мной увязалась. Я думал, останешься на базе, будешь делать что-то. Она пошла за мной. Так, ладно. Блин, что ж ты эти патроны не скинул? О, ты уж никого не было, уже толпа появилась. Pretty much every day I break into somebody's house and take their stuff. When you think about it, that's more stealing than any of the dirtbags I ever arrested. Так, что там? Т, перебросить. О. Ну, садись, поехали, что ли. Посмотрим только куда. Туалет. А, вот это, наверное, не лутанное. Раз белым подсвечивается. Как далеко? Это задание основное. Ага, вон. Он dead. Close by. О! Incoming zombie alert. Красотка. Хорошая работа, говорит. Хорошая машинка, кстати. Новенькая. Тут даже что-то есть. Пакетик. Чтобы бегать быстрее. Я уже видел зомбаря. Думал, он мертвый, а он прикидывается шлангом. Так, тут ничего не открывается. Что-то можно полутать. Где-то что было только что. А вот. Да. Здесь ничего нет вообще. Что там с тобой все время такое? Подсобочка. Вот это другое дело. Это точно. Это пригодится. Уже и места, считай, нет. Влезла. На динозавра надо залезть еще. Damn it. Way too busy. А, во. We picked this place. О, вот это по... Нужное дело. А это гугловская типа машина, которая ездит и все снимает вокруг на 360 градусов.
Похоже, по крайней мере. Так, давай. Так, машина полная, во. Сейчас динозавры слазим. Спешить нам некуда. Надо весь лут собирать. Так, ну тут просто ничего нет. Это прямо в базу можно войти. Прикольно. Dinosaurs, oil, gas station. Duh. Очень смешно. А здесь почему-то ничего строить нельзя. Странно. Очень тут столько пространства, тут можно реально было много чего построить, но нет. А так, не бегай, не бегай. Электричества у нас нет, у нас ничего не светится. Подожди, а генератор-то ты что, не доделала, что ли? О, крикун. Крикун с той стороны. Так, берем машину, едем в базу. Надо все раскидать. Тихо ты. Вот ее носит, блин. It feels wrong to have all that empty space just sitting there. Так, Тед, да? Вот и отлично. Так, я хотел посмотреть на тот генератор. Он что-то построил. А, они его не достроили или достроили, непонятно. Вообще-то достроили. Так, это у нас... Улучшить можно. 11 минут. Пускай делает. Потеря еды 2 штуки. Получено топливо 2. Получено детали 25. Отлично. День 2. А что там у вас по вещам-то? А? Показать шкаф. Она сейчас занята. Ну ничего страшного. Что там по шапочкам у нас? Oh crap, I just now got it. Dinosaurs, oil, gas station. Duh. Так, пойдет бандана. Так, куртка у тебя какая-то стрёмная. Боевая каска закрыта. Не-не-не, это не надо. Так, ладно, а что тут у тебя по... Нет. Жилет изгоя тоже нет. Замшевая нет. Ай. Бомжатский вид. Кожаный плащ тоже недоступно. Да ничего недоступно, бляха. Ладно, будешь ходить в чем ходила. Так, ты. Давайте хоть кепку на эту напялим, то есть. Шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Бандана. О, прям тебе идет. Так, а куртку какую-нибудь другую у тебя? Байкерская куртка. Нет. Уж точно нет. Да, все закрыто, блин. Оставайся пока, в чем входишь. Так, ну генератор будет делаться еще очень долго. За 1 час, 1 минутку. Так. 2 канистры. Боевой дух плюс 5. Ну все, пока сделается. Мы пошли. Уже слетать начинает. Отлично. Погоду изменили. Раньше это как-то все... Откуда свет идет? А, машина. Что будем строить следующее? Подожди, давай-ка теплицу. А, у нас, по-моему, нет запчастей. Сейчас посмотрим. А, блин, гидрофоника нужна, нужна вода.
А у нас ни черта нету. Проехали. Так, вон там домик с той стороны. Да какого ты, блин? Ты посмотри, только нажимаешь на педальку, он сразу, блин, рвет с места. Да ё-моё, вот она. Вот она резкая, блин, эта машина, как понос, блин. Так, крикун. От него надо избавиться. Обязательно. Мне не надо, чтобы ты тут орал. Да ты ж меня не видишь. Вот и все, 10 очков получено. Так, вот там что-то лежит интересное. Как будем шмотки находить, буду его переодевать. А так сейчас он видок у него, конечно, такой себе. А, это просто... взрывающийся тюлень. Да, надеюсь, никто не слышал. Ну, никого рядом не было, так что... Семена — хорошее дело, конечно. Но лучше бы патроны. Вообще ничего. Лутать нечего, алло. All clear. О. Патрончики, нормально. Так, он еще ящичек есть. О, еда. Отлично. Не стой на дороге. Разгружаемся, пойдем в соседний дом. Пицца. Еда. Еда — нужное дело. Какой-то звук был, кто-то шелестел по кустам. Okay, what you got? Surprise me. Какой тебе сюрприз-то? Ищем, лутаемся, тащим на базу. Тащим все в норку. Вот тебе весь сюрприз. Так, патрончики. И то не мои, блин, не на мое оружие. Так, во. Медицина. Тоже вообще прям нужная вещь. Ага, вижу. На пистолет попадается патрон, только самого пистолета нету. А где еще я не был? А, во-во-во. А, не показалось. В смысле? Я же уже вроде везде был. Лутать здесь больше нечего. Поговорить, поговорить. А вот, вот еще. We've milked this place dry. Монтировочка. Так у нас такая же самая ломик. Тут все. И все. А, ну зомбарик-то, ладно, фиг с ним. Если гуляет. Подожди, а тот дом почему-то не очищенный. Светится. Что у него еще что-то есть. Не лезет. Странно, почему? Где-то что-то я еще пропустил. А, да. 3 из 4.
Точно, вот он, ящичек-то. Сумочка. We've picked this place clean. Болтики, ну тоже нужное дело. Так, где зомбяк? Вон он. Далеко сильно. Ты там села? Вроде села, да, он. Ох, ее носит, блин. Да ёп. So what should we build next? We have room. Need to make this last mag count. Как ты там? Тебя не грызанули? Иди лечись, чтоб ты была здорова, блин. I got a lot of happy memories of this place. A lot of sad ones too. Да, и грустных тоже, говорит. Давай, иди лечись, блин. Вот, блин. Ты серьезно? Давай, иди лечись. Возможно, разные сплетни ходят. I don't know if I buy that. Принять вакцину? Никакой вакцины. А можно, конечно, вакцину ей дать. В принципе, она делается легко. Но я хотел бы, чтобы она пошла. Она не хочет, блин. Зараза. Ну, придется дать ей вакцину. У меня ведь есть она. Была. Вот она. Две даже. So what should we build next? We have room. Ничего, ничего, потерпишь. Как новенькая. Все. Получено влияние 15. Отлично. Так, что там с генератором-то, блин, раз уже мы на базе? Ты вроде как... Да, он больше стал. А там что? Запускается? О, так долго. Так, запустили день, эффективное получение ресурсов включено. Воды вот нету. Так, ну а чего есть? Так, соорудить сборник дождевой воды. Под открытым небом маленькая ячейка. Улучшать боевой дух, пока есть доступ. Так. Доступна вода. Воды нет. Ну там еще есть мелкие. Да давай построим, что ли. Пускай строится. Не знаю, кто там будет строить, но кто-то построит. Так, что там по оружию, по-моему, там пистолет какой-то вроде нашли. Да. А патронов-то все, кот наплакал. Капец. Ладно, пошли. Feeling good, feeling right. Oh yeah. Feeling good, feeling right. Подожди.
По-моему, в машине что-то было еще вот в этой. Кучу барахла. Ага. Вот. Канистру можно было бы с собой взять. Палаточный городок. Много чего есть тут. Интересный ящик военный. О! Дарабаш, согласен, неплохо. Правда, у него глушителя нет. И не может быть в этой игре, по крайней мере. Неплохо. Неплохо. На самом-то деле. У меня большой рюкзак, у меня маленький, блин. Так, вон там тюлень ходит. Надо убрать его. По-тихому. Да он не один тут. Давай, 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 давай. Отверточкой. А, вон он там, землю жрет. Река. Так, не поворачивайся, а то будет... Тебе будет хуже. Прям нормально он так отверточкой протыкает бошку. Отлично. Патроны. Патроны. Мои прибои, тем более еще. Все. Пусто, выросла капуста. Пошли к машине. А здесь ничего нет? Ничего. I can't believe we found a base as big as this one. Бегут, заразы. Ты все скинул. Не ту кнопку нажимал, бляха-муха. I can't carry that much. В смысле не можешь носить? Давай, бери. Бляха-муха. На Т нажимай. Возьми вот это. Use it wisely. Да что ты там? Back in first grade, my teacher never let me draw dinosaurs in class. I hope the zombies ate Mr. Howard first. Так, где тут медицина? Во. Надо с собой хотя бы несколько бинтов взять. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.